Сервер Terry Games приглашает вас на его просторы. Здесь есть турбопечи, паркур, арена, киты, очень слабый вертолет, а также адекватная администрация. Заходи, все ссылки в описании. Тр-тр-тр, погнали! Приветики вам, народ! Играем в Rustic, решил я зайти на серый Battlefield, потому что давно что-то не стрелялся, я ни с кем, вот решил поразвлекаться немножко. Тут уже движуха вовсю идет. Кому интересно, оставайтесь, поиграем. Ой, я кого-то уже убил. Тихо. Родной. Ой. Это как так? Чуваки, сам того не ожидая, просто два патрона. Двумя патронами из пулемета завалил чувака. А, ну чё, в общем, побегаем, давайте погоняем. Посмотрим, чё к чему, поразвлекаемся, поубиваем. Если, конечно, получится. Проверим скилл мой. Давно я ни с кем не стрелялся. Обычно рейдим, что-то строим. Давайте постреляемся. Поехали. Так, двоих уже слил. If you want skill. С утречка встал, что-то у меня речь не совсем поставлен. Только проснулся. Сначала чай, бутерброд, потом враст, ебаный в рот. Такие вот дела. Так. Давайте рассказывайте, как вы там проводите субботнее утречко. Да и вообще весь субботний денек. Делитесь в комментариях. Так, вижу чувака. Погнали. Нихера себе домик какой, гляньте. Воу. Конечно, здесь ресурсов до хера. Это клетка. Ё-моё, это долбанный. Как он там называется? Шестиугольник? Где бои проводятся. Восьмиугольник. Не помню. Так, меня кто-то подсек, кстати. Погнали. А буду тусить здесь по берегу. Потому что народ бегает именно здесь. Ага! А ты попался. Четыре патрона. Пять патронов. Три патрона нужно, чтобы завалить чувачка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то с пулемета садит. Перезарядимся. Кстати, у нас уже темнеет, если вы заметили. Прикольный домик, да? Пойдемте поближе к берегу. Шел ежик по берегу, шел издалека. Шел он с калашиком. И везде беда. Ежик бегает и валит всех подряд. Ведь сегодня сета ди, а значит поебать. Ништяк. Ну чё, давайте поближе к берегу. Эй! Чуваки! Иду на бой! Ребята! Ребятушки! Ой-ой-ой! Ага! Блин! Доска валяется, я думаю, кто-то там есть. Ну я слышу, что стреляют. Сейчас мы найдем, чуваки. Сейчас найдем. Прикольненько, кстати, с прицелом стрелять. В голову, главное, целиться. Я еще глушитель одел. И сейчас покажу. А сюда, значит, фонарик. Типа, мне там писали, типа, чтобы не было отдачи. Ну да, действительно меньше. Но на ноль, чтобы ее... Не сводит к нулю. Ну видите, отдача херачит все равно. Чуть никого нету. Вымерли все, что ли? Не пойму, в чем дело. Ёжик. Братан! Да ладно! А че он с луком? Слушай, меня даже завалил почти. Что-то я растерялся. Чувак с луком. В задницу мне стрелу всадил. А теперь зарядимся. В упор так подошел, а в упор стрелять с пулемета. Чё-то я не могу. Пистолет сюда можно. Калашик. Готов, в принципе. Так. Солнце светит прямо в глаз. Блин, стрела торчит. Ой. Тише. Если солнце светит в глаз,
Значит, ёжик ловелас. Если солнце светит в жопу... Ай? Значит, что? Больше никого. Так, погнали на бугор. Ого! С пулемета садит. Давай, братишка. Сейчас я приду. Слышу. Ой. Дай-ка пулемет, что там народ дохера. То ли с дробаша, то ли с пулемета. Никого не вижу, куда все делись. Выходите. Ага. Где-то здесь. Да где он? Кого-то завалил. Вот он! Ах ты, сука! Подохни, мразь! Два мудака в кустах прятались. Не может быть. Представь себе. Такой вот разворот. Охренеть. Ху. Что-то меня аж передернуло. Тихо. Что-то у меня аж сердечко подпрыгнуло. Идем дальше. Пока все путем. Я царь этого побережья. Пустить бы под откос этот домик. На меня нету ни хера. Окейушки. Все-таки пулемет рулит, да? Давайте перезаряжу я его. Пулемет, мать вашу, рулит. Два чувака лазили по кустам, хотели поймать меня за задницу. У них тут-то было. Ёжик всем прописал. Ну чё, скиллок-то работает. Бегаю, ничего не боюсь. А вот и утречко у нас уже манит своими лучами. Продолжим наше путешествие. Значит, переждал я в кустах, и тут кто-то палит с болтика. Я хочу его найти. Давайте его найдем. Братишка. Где-то здесь он заседает. Браток. А ты где? Выходи. Это кустарные войны, мать вашу. Ага. Походу, где-то вот здесь он сидит. Сейчас мы его найдем. Ой, по мне кто-то уже с того берега палит. Вот он. Жалко, здесь нельзя завалить. Сзади. Топориком с одного раза он не уйдет. Вот он. Эй. Стой. С одного патрона не лег. Окейшки. Ой, а что здесь у него? Пусто, блин. Наверное, нычка была. Скорее всего. Также я взял болтик. Ух ты, вижу чувака. Попробуем завалить. Да чё ж вы все с луками сегодня? И мне бы сюда поставить глушитель. Сниму с пулемета. Значит, спалюсь. Вот так вот. Вон, смотрите. Он его завалил, оказывается. Надо же. Куда убежал? В кусты? Чувак с луком завалил чувака с автоматом. Ну, это раст. Прочекаем берег. Ой, далеко, все-таки попал. Вон, смотрите, народ где бегает. Вон чувак сидит. Это в меня? Так, пулеметик. С калаша снять, глушитель. Так, сюда. Вот так вот. Вон они, вдвоем. Ну, ты сдохнешь сегодня или нет? Сдох, наконец-то. Чё-то пиздит. Ноу! Ноу! Где ты? Кстати, я переместился на остров.
Здесь люди тоже есть. Я хочу их найти. Взял Томпсон на этот раз. Ух ты. Ага, есть. И помповик. Мои основные пушки будут. У него патроны есть, что ли? Сейчас посмотрю. Ой, это я возьму. Ну и медикаменты тоже. Всем спасибо, день хороший. Погнали дальше. Перезарядимся. Жалко, конечно, что у Томпсона патронов так мало в обойме. Не всегда их хватает. Так, продолжаем искать людей. Помповичок тоже наделал, смотрите. Глушитель выглядит, блин, как член коня. Охренеть просто. Байда такая. Такая хрень, да? Балда. Просто жестко. Ладно, погнали. Почему-то сегодня много чуваков бегают с луками. Я не знаю почему. То ли прописать не могут. Там же дается в начале, в принципе. Может, они скилл свой прокачивают. Непонятно. Лично я с лука давно не стрелял. Очень давно. Я уже разучился. Но выстрелы слышу, да. Но где же народ? Я же сюда специально пришел, чтобы выцеплять чувачков и валить их. Потому что на основном острове, на большом, там похерить тут народу забито полностью. И там только просыпаешься, сразу валит. Я не могу ничего прописать. Так что пришлось долго прописывать и лететь на остров. Ага. Слышу. Вон они. Тихо. Блин. Томпсон. Ага. Одного в минус. Замечательно. Ах ты, сука. Отхилиться надо. Если что, пулемет возьму. С болта валит, паскуда. А я без прицела, кстати. Сейчас посмотрю. Прицел есть. Вот он. Сейчас я его поставлю на Томпсон. Вот сюда вот. Пойдемте посмотрим, где он. Ага, палит, палит, палит. Сволочь. Вон он за камнем. Ага. Нихуя он сажает. Ну. Успел отхилиться. Жестко. Охереть. Что, может, пулемет его закосить? Мудила. Иди сюда. Паскуда. Давай, дружок, выходи. Сучонок. Пулемет? Нет. Где эта мразь? Черт! А он отошел. Он отошел назад. Паскуда. Тихо. Что-то он жесткий какой-то. Испугался? Вон он. Бля, с пулемета, конечно, трудно попасть. Их там двое уже. Ага, одного в минуса. Так, отюзать. Использовать. Сейчас его поднимет. Быстрее. Погнали. Вон он. Сука. Подохни, мразь, блядь. Есть. Гандон. Ху! Два мудака валяются, орут. Все патроны на него угробил. А я не отхиленный. Вон он. Блять, прицел ебаный. Класс! Ну чё, сучки, кто король?
севера, а? Кто король этого побережья, паскуды? Давайте, народ, на этом, наверное, закончим. Весело было и жестко. С вами был Турбоёж, не забывайте ставить лайки, поддерживайте, как всегда. Кому нравится, подписывайтесь на канал, будете ролики первым смотреть. И пока. А я спасаю свою задницу и убегаю. Хилок у меня нету, ничего нету. Все, народ, до свидания.